Сотрудники ДПС еле на ногах. И за рулем, что самое страшное. Мне тоже слышно, честно говорю. Блин, как это тур пройти? Так, баночка кофе 50, 345, 95. Темную или светлую, девушка? Светлую. Мне это не надо, мне деньги дайте. 350 рублей, если вы хотите это купить. Что-то будете покупать? По-моему, вам уже ничего не надо. Домой спать. Вы с дежурства уже? Нет. А дежурили или нет? Все, пожалуйста. Сейчас я подойду. Хорошо, идите уже в машину. Можно.